Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова я, Майнкрафтер Демастер. И сегодня вместе с вами, дорогие друзья, мы продолжаем играть на моем проекте Crystalix. В общем-то, сегодня мы вайпнули Prison Old School. Спустя год назад у него был вайп. И наконец-то мы его вайпаем еще раз. И тут, короче, для всех решили сделать прикольную штуку. Что, типа, если вы за 36 часов после открытия апните Е-ранг, то вам дадут вечную персонализацию, которую больше никто не получит. Короче, если хотите халявную персонализацию на Crystalix, да, то вот. Можете опробовать апнуть Е-ранг за 36 часов. Вообще, возможно, это сделать гораздо быстрее, но сделали 36 часов. В общем, что такое Prison Old School, да, вы спросите. А это вот такой вот режимчик. Значит, заходишь сюда, копаешь, значит, блоки. Ой, я случайно... рестарт. Так вот, вернемся в Prison Old. Для меня просто, на самом деле, прошло несколько часов. Я... сервак просто в рестарт ушел. А я, вместо того, чтобы ждать, когда рестарт закончится, пошел прилег. И когда я прилег, я уснул. Вот, короче, здесь вы начинаете копать, короче, майнить. Здесь обновление наконец-то вышло спустя год. Здесь суть в том, что прокачаться, быстрее все хапнуться, прокачать кирку. Здесь кирочку по-разному прокачиваются, прикольные всякие штуки. Меняются шахты постоянно. О, я нашел токены. Токены, если, насколько мне я знаю, можно вроде вливать в прокачку кирки. Так, на какую кнопку? На U? О, да, короче, есть кнопка G, русская, на нее нажимаете, это апгрейд, типа. И можно, смотрите, повысить скорость копания или повысить удачу, да. Ну, короче, нам пока что ни то, ни другое не дадут, потому что у нас мало токенов, у нас всего 6 штук. Вот, пока что копаем своими силами. Кстати, смотрите, я уже на 24%, в принципе, выкопался из этой шахты. То есть скоро мне денег хватит, чтобы пойти сразу же в следующую шахту, и это реально здорово. Так, шахта обновилась, нас всех подкидывает. Все игроки, кстати, выключены, я могу включить всех игроков. Игроки спрятаны, игроки показаны. А, не, не могу, пока что на сервере. Сейчас здесь, чтобы вы понимали, вроде бы 300 онлайна. А, ну да, у меня здесь прав нет на этом сервере, он только новый. 300-350 онлайна, поэтому, ну, капец, здесь игроков реально дофига. Видимо, администрация решила пока что скрыть всех игроков, но, ну и ладно, в целом неплохо. Вот, даже здесь, опа, я убил ключ, чуваки, кажется, я убил ключ. Обычный ключ, мне кажется, нужно отправиться на спавн сейчас и попробовать его открыть. Давайте откроем. О, тут можно выбить всякие реликвии и зачаровать свою кирку на что-то реально крутое. 100 токенов, офигеть, офигеть. Ну, удачу качаем, обязательно. Так, больше за одно ломание блоков с большей скоростью. Ну и давайте, наверное, тоже за 40 прокачаем. Здесь за 28 уже хватит. О, хватило, ё-моё. Кирочку апнул, сейчас посмотрим, сколько она лучше стала. У нас в итоге что получается? Два раза одно апнул, два раза другое, проверяем. О, да, копать быстрее стало. Ну, насчет удачи блоков, ну, видимо, может не всегда срабатывает. Может есть какой-то шанс. Ну, могу сказать точно, ну, скорость качать выгодно. Насчет удачи пока не знаю, потому что, ну, вроде дают точно так же, как и давали до этого. То есть удача, как по мне, видимо, бесполезна. А там, может, про токены речь шла? Ну-ка, про что там? Получай больше блоков за одно ломание. Больше блоков? Странно, вроде блоков точно так же дают. Странно. Странно, по-моему, меня развели на блоки. Либо, я говорю, удача просто, ну, не всегда срабатывает. То есть у нее есть шанс, как у обычной удачи. Вот, блоков скопа на 143. Ну-ка, теперь сколько? 144. Кстати, я могу активировать бустер. Бустеры, локальный бустер. Давайте глобальный бустер денег. И глобальный бустер токенов. И глобальный бустер... А, ну все, я только могу две штуки купить. Да, что это еще есть? Детонатор, используйте клавишу R для запуска динамита. Мне должен находиться в хотбаре. Вечный полет. Ключи. О, да потом ключи, может, как-нибудь куплю ради интереса. Давайте активируем вот этот, да, один из бустеров. Один из бустеров и так работает. Ох, нифига, из-за того, что меня благодарят, я получаю много мании, много токенов. Получили, я кстати, дофига получил, но почему-то мне дофига не начислило. Надо будет разобраться с этим вопросом, может, надо будет перезайти. А, ну, токен, кстати, сейчас я получил, вы получили 46 за благодарность. А где это все, где это все за благодарность? Ну-ка, вы нашли 15 токенов, бустер стоит. Ну, бустер работает, кстати, но благодарности не работают. Надо будет про это рассказать Макару, что... Хотя, может, надо перезайти. Давайте я попробую перезайти. Мне кажется, если сейчас перезайдут... Вот, кстати, вот Prison Old находится здесь, если шо. Да, благодарности не работают. Надо Макару сказать про это. Так, ну что ж, сообщил Макару о баге или недоработке. Надеюсь, то, что пофиксят в ближайшее время. Но я пока пошел дальше копать. У меня почти следующая шахта. Сейчас уже сможем перейти на другую шахту, дорогие друзья. Так, ну все, и вроде бы сейчас должна быть тоже какая-то буква. Вот, Y, цена, шахта B. А, на какую кнопку прокачаться? Так, так, а, ранг ап, чуваки, ранг ап. Давайте напишем ранг... Up. Я перешел на ранг Б и отправляемся на следующую шахту. Следующая шахта у нас вроде как на этом. Вот, да, тут по $2 дают за выкопанный блок. И шахта уже с золотом, смотрите.
Ништяк, золотишко есть. Давайте-ка мы его с вами добудем. Оп, хорош, хорош. Следующий переход у нас будет стоить уже дороже. Ну, кстати, мы с вами вывели немного токенов. Жаль, конечно, за бустер нам ничего не дали, хотя должны были нормально так накидать. Вот, возможно, сейчас Макар перезапустит сервак снова. И я надеюсь, опять спать не уйду. А то будет такая подстава, знаете, такой. Сам же нашел баг, из-за него же перезапустили. Из-за меня же перезапустили сервак, и я такой еще и спать после этого ушел. Ну, это подстава. Так, за золотые блоки. Опа, еще, смотрите, дали мне вот 9 токенов. Кстати, с бустером реально больше. О, и на этой шахте, кажется, начали давать как будто бы больше токенов. Или мне просто два раза подряд дали. Нет, тут еще дали токен. Смотрите, на этой шахте реально дают больше токенов. Бустер окончен. Все такие ГГФ, все расстроены. Я могу активировать новый, но пока не буду, потому что мне за него никаких бонусов не дают. Не дают. Проверю все. Проверяю еще один. Бустер денег активирую. Короче, я активировал бустер денег, сразу же начало давать. Когда у меня был бустер токенов, нифига не давало. Так, ну смотрите-ка, бустер денег работает. Теперь мы об этом с вами знаем, да? О, а, я повысил свой ранг. Ну давайте ранкап сделаем. Давайте еще раз ранкап сделаем. Еще раз. Нифига бустеры меня... О, получите персонализацию. Нифига, так я уже достиг, смотрите, ранга Е. Нифига так быстро. То есть, по факту, вам нужно зайти... И вот, ранга Е достигнуть, это вообще изи катка, и вы получаете персонализацию на халяву, по-моему. Это крутая тема. Вот мы на Кисталиксе постоянно такие штуки всякие делаем, для вас проводим всякие эвенты. Просто призм Нолт не вайпался очень долго, и вот такую тему с персонализацией, мне кажется, это... Ну, я считаю, это что-то достойный подарок. Смотрите, у меня уже Кирка прокачалась, офигеть. Как же быстро она теперь копает, и денег на этой локации дают, ну, очень нормально. Правда, не знаю, зачем я до сих пор прокачиваю все-таки эту хрень с скоростью, если я уже вы... Ой, не скоростью, с удачей, если все-таки дают меньше. Ну, или дают нормально, может... Я не знаю, короче, чуваки, не знаю. Может нормально, может нет. Ну ладно, я бустер денег подрубил. Бустер токенов тоже работает для чуваков. В следующий раз подрублю только бустер денег. Я теперь уже понял эту фишку, что лучше делать так. Так, ну и смотрите, как хорошо идем. Нет, скирка, которая на скорость прокачана, прям идешь гораздо лучше. Ребит стоит... О, тут еще и ребит есть. Еще и повышают всякие штуки. Блин, я бы ребитнулся. Но на ребит нужно очень-очень много денег. Так, давайте копаем. Ну, почему-то токены перестали падать. Что за фигня? Вот только похвалил, только сказал, что токены падают хорошо, и они перестали падать. Ну-ка, давайте-ка я все равно на призм Old School не так много буду видосов записывать, поэтому давайте сразу же все протестим. Мы с вами заодно еще и тестер, да? Вот детонатор купим заодно. Давайте детонатор купим, потому что не знаю, кто другой. И купим ключи легендарные. Давайте, ну, 10 штук, чтобы пооткрывать, потестить. Подтверждаю, покупаю ключи легендарные. Давайте. Что дадут? Просто делаем свои ставки, господа. Так, реликвия фортуны. Окей, давай дальше. Реликвия фортуны, понял. Дальше что? Динамит. Реликвия. Опять фортуны, да что ж такое-то? Так, отдай, пишут. Байчу игроков, смотрите, байчу игроков. Просто нагло. Локальный бустер денег. О, круто, активирую. Так, ключ, давайте мне реликвию спешки или реликвию взрыва. Вот реликвия взрывов, о, круто. Реликвия взрывов, это вообще имба. Так, реликвия спешки, давай. Опа, реликвию спешки дали, отлично. За 5 легендарных ключей, которые вообще можно получить все 3 реликвии, чуваки. Не свет, ну скорости я еще не получил. За 6 легендарных ключей я получил все реликвии, которые только возможны в игре, это круто. Вот, ну, короче, много легендарных ключей даже покупать не нужно, чтобы здесь быстро прокачаться. Да мастер, фу, говорят, легендарные ключи купил, фу. Так, ну все, последние два. Ну, то есть я 10 легендарных ключей купил, и я считаю, что они хорошо купили. За 10 легендарных ключей точно выпадет. То есть у меня тут даже 3 реликвии взрыва выпало уже, и 2 реликвии скорости, и 2 фортуны. Так, ну давайте еще локальный бустер денег дополнительно. Так, хорошо, давайте мы реликвию этот... как реликвию, кстати, надевать? А, вроде бы через апгрейд тоже. Берем кирку, апгрейд, здесь еще у нас реликвия скорости, реликвия фортуны, где у нас реликвия фортуны, вот сюда, да, смотрите, опа. Ну давай, о, зачаровалась, хорошо. Реликвия взрывов у нас где? Реликвия взрыва вот здесь. Реликвия спешки, давайте активируем. У скорости 96%, скорее всего, зачаруется. Реликвия скорости. Как же он громко бьет мне по ушам, перестань. Так, хорошо, давайте еще скоро, еще взрыв добавим. О. Охренеть, я только что кому-то отдал реликвию взрыва. Только что кто-то подобрал мою реликвию взрыва. Чего? А, он здесь уровни только прокачивать уже за токены, да? Максимум. 146 токенов. 440 токенов. Но я только что кому-то подарил это.
Кому-то только что подарил реликвию взрыва, чуваки, проверяйте. Вот это я щедрый просто, нифига себе. Так, детонатор, нажимайте клавишу N для запуска динамита, предмет должен находиться в хотбаре. Хорошо, давайте полетели на кубик шахт. Сейчас уже протестим себя. На шахту Е как раз таки этим, ну-ка, R. О, прикольно работает, смотри-ка. Сразу же кидаю, сразу же взрывается, все под себя кидаю. Ты можешь повысить свой ранг. А, я уже могу повысить свой ранг, да тогда ранг ап. Тогда ранг ап, и тогда мы с вами, ребятки, отправляемся в этот. О, на следующую шахту, правильно, правильно. На следующую шахту, кто выбрал шахту, о, вот. На шахту F, то есть я уже выполнил задание, я уже переезжаю на шахту F, это реально круто. Так, ну пока узнаем сейчас фортуны и все остальное, что там дало. О, смотрите, видите, микровзрыв был. Это вот сейчас взрыв был от моей кирки, кирочка взорвалась. Так, у меня на R просто стоит кнопка ребитха, видимо, макрос ребитха стоит. И когда я нажимаю, видите, в чат пишет, что вам нужно столько-столько денег, чтобы ребитнуться. А у меня на R теперь получается бинт. Ой, смотрите, спешкин врубается, это, видимо, из реликвии скорости. Вот, плюс с киркой в руках у нас постоянно бег, это реально круто. Вот, ну удача пока, не знаю, пока никак не проявила себя, если честно, дорогие друзья, пока что, ну никак. Вообще, типа вообще никак. Детонатор разряжен, как его зарядить? Детонатор разряжен, окей, давайте подождем, может зарядится. Не знаю, как заряжать детонатор, если честно, но... Возможно, где-то динамит покупать или что-то типа того. А, ты можешь получить свой ранг, ранг ап, окей, полетели дальше. Полетели дальше, полетели на следующую шахту, на шахту G. На шахту G. Ох, здесь уже поинтереснее. Но здесь за каждый блок должен давать уже гораздо-гораздо больше. И токенов должно падать гораздо больше. Так, так, так. То. Нифига здесь чуваки копают. Просто посмотрите, как все сметают. Там вообще скорость дикая у чуваков. Скорость просто дичайшая. Там чуваки просто без правил гоняют, я вам отвечаю. Просто без правил. Так, 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 так. Нифига, вы видали, просто там чувак все сметает. Я говорю, здесь нужно качать скорость. Нужно просто качать скорость. Интересно, сам себя поблагодарить могу, слэш, тэнкс. О, да, два раза проблагодарила себя, но это, скорее всего, за бустер с токенами ничего не дало. Потому что я уже проверил, что за него ничего не дают. Так, окей, 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 окей. Хорошо, хорошо, ой, хорошо. Так, давайте прокачаем скорость еще. Я думаю, нужно скорость качать, хотя вот еще есть удача. Но пока скорость качаем. Пока что вижу скорости больше выгоды, чем в удаче, если честно. Ну, не знаю, удача. Я еще пока не понял, как работает удача. Писалось бы в чат, типа, удача сработала или что-то еще. Это было бы понятнее. Но хотя, судя по тому, прибавляются деньги, судя по всему, удача работает. Потому что вот иногда я ломаю один и тот же блок и понимаю, что за него дают по-другому. Все-таки, видимо, удача имеет какой-то шанс срабатывания, какой-то процент. Плюс у меня реликвия фортуна, с реликвией фортуны все должно работать еще круче. О, видите, взорвало, взорвало. О, и ускорило, ускорило меня, ускорило, потому что мне еще спешку накинуло. О, смотри, я гораздо быстрее копаю, намного лучше дело-то пошло, вообще ништяк. Так, еще и взрыв, капец, нет, с реликвиями намного быстрее. Но, конечно, я еще не такой скоростной, как эти спиди-гонщики, которые вон там вон гоняют. Нереально просто, нереально гоняют. Посмотрите, просто плюс бабки, плюс бабки, плюс бабки. Хорошо, сейчас мы следующий уже ранкап сможем сделать. И, блин, ну токенов, конечно, вообще маловато. С токенами, конечно, ребят, беда. Но тут надо прям копать по несколько часов, чтобы токенов нормально добыть и прокачаться. Но зато потом у вас будет самая быстрая кирка на кристалликсе. Вы будете самым быстрым игроком на Диком Западе, дорогие друзья. Ну вот такие вот дела, да. Оп-оп-оп-оп-оп. Тут там реликвию скорости из мифического сундука. Макар не жадный, Макар ленивый. О, бам, взорвало. Хорошо, хорошо пошло, хорошо. Ну с токенами, конечно, капец. Я вроде даже бустер токенов рубил, чтобы сейчас всем X3 токенов давало. Без моего бустера токенов, мне кажется, здесь всем было бы плохо. О, кстати, я не взлетел почему-то. Я остался в шахте, это странно. Ну и отлично, зато останусь здесь и буду копаться. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Интересно, что здесь самое выгодное копать? Наверное, золото. Золото очень нормально денег дают. Хочу уже перейти на следующую шахту, потому что чем дальше шахта, мне кажется, чем больше и токенов дают, тем больше и ты зарабатываешь. Хотя вот, смотри, токены 3 дали вообще, 3 токена. Это с бустером, понимаете, с бустером. Ну, то есть, маловато, но, возможно, я сковал какой-нибудь уголь, за который, типа, мало дают. Ну, я не знаю. Типа, без понятия, как эта система работает, но надеюсь, что она будет работать лучше. Опа, что-то подзорвало, сейчас уже 93, смотрите, сейчас уже меня перекинет на следующую шахту. На следующую шахту, и там будет уже тоже прогресс идти быстрее, 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 еще быстрее, это будет хорошо. Давай, 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 да, мастер, давай, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Немножко осталось 2%, бам, взорвало 2 раза и все. Могу перейти на следующий ранг. Ранг ап и погнали на следующее. На H, шахту H. Что там, кстати, на шахте H у нас происходит? В шахте H нам дают уже X5, по 5 баксов за блок. О, тут есть угольные блоки, нифига, угольные блоки, это тема.
Ну, хотя за них не так уж и много дают, но они здесь что-то делают, они здесь появились. Но реликвия взрыва, кстати, прикольная тема, она реально просто взрывает блоки вокруг, даже которые, возможно, намного тверже, намного жестче ломаются, но он просто берет и взрывает их, и вообще насрать. Эх, токенов, конечно, вот маловато. Можно было бы мои лишние реликвии, которые я выбил, продать там где-нибудь на eBay. За токены желательно, да, за токены. Так, погоди, апгрейд блоки, ну я так понимаю, максимум реликвия, здесь 324. Но вообще реликвии, наверное, лучше качать, чем, хотя скорость, все-таки скорость, чуваки, честно скажу. Просто скорость качать нужно, а потом уже, может быть, взрывы, может быть, спешки, чтобы спешка бафалась иногда. Вот такие вот вещи стоит качать, наверное. Но это уже после того, как вы вкачаете скорость, так, чтобы копаться в этих шахтах вообще очень быстро. Да, ну что ж, дорогие друзья, в целом, я считаю то, что показал вам призм Old School. Вы видите, что я за серию, ладно, хоть и с донатом, но я думаю, можно, просто играя в 3 раза дольше, вот я поиграл минут 20, я думаю, вы можете поиграть минут, ну, где-то час, и за час убить себе крутую персонализацию, которую больше уже никто не получит. А эта акция действует всего 36 часов, то есть мой ролик вышел, скорее всего, осталось часов 20. Так что, чуваки, давайте, ну или может не 20. Но я, короче, сервак запустили, если что, 26 числа. Вот, в зависимости от того, когда я выложу ролик, 27 или 26, вы будете знать, сколько осталось времени. Если 27, скорее всего, осталось часов 15-20. Поэтому, чуваки, успевайте получить халявную персонализацию на Кристалликсе. Вот, в общем-то, Кристалликс бесплатный сервер. Если вы на нем не играли, то заходите, играйте. Ну, в этом все. Всем удачи, всем пока-пока.